первом видеоуроке мы говорили о том, как находить относительно молекулярную массу МР. Если вы помните, я говорила, что МР складывается из АР, то есть из суммы атомных масс каждого элемента, а АР берется из таблицы Менделеева. Поэтому надо посмотреть табличку Менделеева, найти кальций, посмотреть его массу. Это 40. После кальция идет элемент углерод. Ставим знак плюс. Смотрим в таблице Менделеева углерод. Его АР 12. Переходим к кислороду, поэтому между ними тоже ставим знак плюс. Кислород у нас 16, но таких у нас атомов кислорода 3 атома. Значит, мы 16 умножаем на 3. В итоге получается 100. Аналогично мы рассчитываем МР сульфата алюминия. Значит, открываем таблицу Менделеева, ищем алюминий. Алюминий у нас АР-27. Но таких алюминия мы видим 2 атома. Вот эта двойка означает, что 2 таких алюминия. То есть 27 мы умножаем на 2. Переходим к следующему элементу серы. Значит, поэтому ставим знак плюс. Скобка. Мы тоже переносим скобку. Находим в таблице серу. АР серы 32. Переходим к кислороду. Значит, ставим знак плюс. О у нас в таблице 16. Таких О у нас 4 атома, значит, мы умножаем на 4. Скобка закрывается, и мы закрываем скобку. Трижды означает, всю эту скобку надо еще умножить на 3. И в итоге получается ответ, если посчитать, 342.